Компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, объявила о решении заблокировать на своих платформах аккаунты ряда российских государственных СМИ. Под запрет попали RT, холдинг «Россия сегодня» и другие связанные с ними организации. Компания утверждает, что эти СМИ использовали вводящие в заблуждение тактики для проведения скрытых операций влияния в интернете. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Meta уже ограничила доступ к российским госсМИ, в том числе запретив на своих платформах их рекламу.